выставка одной работы. Мрамор Куэлга. Начало 90-х. Скорчившиеся памяти Модельяне. Я плачу по Модельяне, а в общем-то по себе, как ежик брожу в тумане, встречаюсь на дожде. Эй вы, могильщики музы, ценители, говорны, кого еще уговорите для пополнения мошны? Счастливый был Модельяне, его погубило вино, а я живу в России, меня победит дерьмо. Когда вы поймете, с горячей водой не надо шкурку снесть, гораздо грешнее увидеть талант и съесть. Как был скульптурен Модельяне, как мало он прожил, опять они скажут, себя исчерпал. Хорошо, хоть ухо не сбрил. Какой дурак повторяет, художник нищим должен быть. Голодный мрамор ковыряет, а гений должен рубить.